Как лепта скромная вдовы, и панорама ночи звездной, свой голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить за ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо. Хвала Ему душа поет. Нас в любое время года учит Божия природа. Птицы учат пению, паучок терпению. Учит нас пчелиный рой дисциплине трудовой. Солнце учит доброте, снег пушистый чистоте. Пусть через наши все дыра будет Господу хвара. Ливия, Наташа на крестнике. Зимой сейчас буры за окном, или весной под майский гром. Когда-нибудь ты думал, друг, кто север сотворил и юг? Кто повелел, чтобы на полюсе веками громоздились льды? Кто повелел, чтобы в жарком поясе пестрели круглый год цветы? Не верь, что это сделал случай. Все совершил Творец могучий. Господь сказал, да будет свет. Наступило утро. Душе моей, не верь я, нет. Все Бог устроил мудро. Он создал солнце и луну. Живое все на свете. Тут на природу я взглянув, следы Творца заметил. Мне скажет пескарь и дельфин, и соловей, и беркут, что есть природа властелин. Он всех нас видит сверху. Милый и стройный дуванчик, яркий передел кафтанчик, и красуется стоит, время быстро бежит, май проходит стороной, а дуванчик стал седой. Ветерок вдруг налетел, и бедняга облысел, а у ног его халат два жука уже едят. Жизнь людская, как трава, но Евангелие слова возвещают, что Христос искупление принес, чтобы за межами земли мы вовеки жить могли. Слова молодец, это чудо, откуда речь пришла, откуда? Слова любви нам шепчут мамы. Слова становятся стихами. Когда мне было года два, я сдала блоги и слова. Но кто же слышал, чтоб горила, когда-нибудь заговорила? Нет, человек не отгорел, Бог человека сотворил. Человек не отгорел, Бог человека сотворил. Не было, чтоб обезьяна заговорила. А человек два года было, я заговорила. Дети все закончили. Нет, еще взрослые. Песенка сейчас еще заключительная. А потом взрослые еще. Ты взгляни на солнце и на облака, слушайся с медведки птичьи голоса. Бог чудес на землю сотворил, на цветы, на весь зеленый пас. Каждую деталь нас подобными себе.
сейчас так. Поздравляем! Так, вот это место, сестры, освободите стол для подарков. Куда-нибудь вынесите вот со стола все. Сидите сейчас. Ну давай, помогите. Знаете, мы сейчас еще поздравим, а потом будет такие. Так, сидите на месте. Я когда уберутся сейчас, я скажу, тут можно будет какие-то подарки положить, цветы на одно место. Мы сейчас еще поздравим, еще. Нет. Можно мы еще поздравим? Взрослые поздравим. Еще поздравим. Еще поздравим. Еще поздравим, еще артисты. Мы с братом что? Без подготовки. Тоже без репетиции. Можно было некогда. Но молитесь, мы попробуем. Это поздравление вам. Найдите в этом то, что нужно для вашей души, полезное. Мой миленький дружок, взгляни на тот лужок. Лучи там солнца греют, овечки нежно блеют. Послушный пастуху, послушный пастуху, я этих стад овца небесного отца. Он холит и лелеет, накормит, обогреет меня свою овцу, меня свою овцу. Свирель его поет, заблудших всех зовет, заступник и спаситель, недужных исцелитель, вас пастырь добрый ждет, вас пастырь добрый ждет. Здесь сочная трава, кристальная вода, источник жизни вечной, счастливой, бесконечной. Там, где не будет слез, там, где не будет слез, спешите, спешите, спешите все сюда. Придите, придите, христовые стада. Так, просьба, освободите стол, прошу, сестры, сразу. Куда освобождать? Пока стол освобождает, я немного скажу. Нет, мы еще не закончили. Не закончили. Садитесь. Вы же помните, у нас всегда такие большие концерты были. Да. С антрактами. Сейчас немножечко такая веселая сценка будет. Подождите, небольшая. Пока не уберут, цветы не носите сюда. Небольшая сценка. Цветы уже подарили. Это Оля приехала. Оля приехала. Оля поздравила. Проходить, Оленька, проходить. Сценка из комедии Шекспира. Валерий, не поздравляю. Небольшая сценка из Шекспира. Ну, вы знаете, мы люди серьезные, классику уважаем. Это комедия «Много шума из ничего», маленькая сценка. О том, как некоторые... Открой, мы задохнемся. Итак, мы все решили. Свадьба на следующей неделе. Беатриче, а ты рада за сестру? Беатриче. Я вот. Вот Беатриче. Ты рада за сестру?
Ой, ну конечно рада. Ну так-то вот все определились, вот кроме меня, бедняжки. Остается вот мне сесть вот там вот в уголок и говорить, ну дайте мне мужа. Племянница, это ты говоришь серьезно или шутишь, как всегда? Да шучу, конечно. Ну вообще вот мы все знаем, что Господь сотворил мужчину из вот такой вот материи, вот что-то типа земли. Ну вот вы как себе представляете, как жене будет подчиняться какому-то комочку земли? Или там вот оправдываться перед этим куском глины, да? Нет. Тем более, что вот все мужчины, они вот по Адаму, если, да, они вот все мне братья. А выходить замуж за родственника я вот считаю грехом. С вашего разрешения я удалюсь. Превеселая девушка. Да, элементы меланхолии в ней мало. Вот бы была хорошая жена для Бенедикта. Что вы, тетушка? Они вечно осыпают друг друга насмешками. Да они за неделю заговорят друг друга насмерть. А я считаю, что они отлично подходят друг другу. Только нужно помочь им понять это. Но для этого мне нужна помощь вас всех. Вы согласны? Согласна. Да. Отлично, у меня есть план. Пойдемте и обсудим это все. За чашечкой чая, конечно. Обязательно. Итак, мой друг Клавдио женится. Пока он не стал женихом, он был отличным малым. А теперь спросишь его о чем-нибудь, он отвечает не впопад, так как думает все о ней. Если начинаешь разговаривать, то только о ней все больше витает в облаках, потому что везде видит только ее. Неужели и меня любовь превратит в такую же устрицу? Одна девушка была красива, но я уцелел. Другая умна, но я опять уцелел. Третья знатна и необыкновенно добродетельна. Но я снова уцелел. Девушка, которую я полюблю, должна быть красива, умна, добродетельна. Она должна разговаривать очень приятно, быть хорошей музыкантшей. А волосы будут такого цвета, ну, как Бог даст. О, я вижу, сюда идут Клавдио и Леонардо. И верно говорят о предстоящей свадьбе. Ну нет, я сыт с этими разговорами. Прячусь я от них в беседке. Вы видели? Бенедикт спрятался в этой беседке. Так, начнем. Так вы говорите, сеньор Леонардо, что Беатриче влюбилась в Бенедикта? Да, бедная девушка. Все мы считаем.